80 лет стоят на страже закона подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел России. С 1937 года был создан специальный отдел по борьбе со спекуляцией и хищением социалистической собственности. Структуры и названия службы не раз менялись, но сотрудники всегда четко знали. Их задача – бороться с теми, кто путает свой карман с государственным. Залог успешной борьбы с экономическими и должностными преступлениями в тесном и эффективном взаимодействии органов власти и правоохранительных структур. Республика выделяет нам деньги для того, чтобы на развитие, на безопасный город, на ремонт. Все мы вкупе делаем для того, чтобы наши подчиненные работали в комфортных условиях, чтобы техника была. И мы понимаем, что от каждого сотрудника очень много зависит для того, чтобы в том регионе, где мы работаем, обеспечить инвестиции, чтобы к нам сюда шли для того, чтобы, зная, что здесь не обманут, здесь все те вложения, которые они будут производить, они пойдут только на пользу нашей Чувашской Республики. Основная задача, стоящая перед властью и правоохранителями, исключение всевозможных вариантов казнократства чиновников. Чтобы в сфере осуществления государственных муниципальных закупок, в сфере предоставления земельных участков, в сфере выделения бюджетных средств по разным направлениям не оставалось никаких лазеек. Благодаря слаженной работе сотрудников полиции в республике растет доля раскрываемых экономических преступлений. Теперь необходимо приложить все усилия для того, чтобы стопроцентное возмещение ущерба, причиненного государству, стало абсолютной нормой, отметил Михаил Игнатьев. Лучшие сотрудники службы получили почетное звание, медали, дипломы и благодарственные письма. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика.